Сегодня будем снимать овощи гриль. А так как мы любим вкусно жрать, мы будем делать много овощей гриль. Каждый готовит по-разному. У нас как бы свой рецепт. Значит, мы складываем синие, смазываем маслом. Синие очень сильно впитывают масло. Но потом зато они становятся сочными и вкусными, и сытными. Технология у нас простая. Сначала твердая идет, потом идет мягкая. От кабачков, видишь, масло осталось. А от баклажанов впитали. Баклажаны все впитали. Засекаем время. 4 минутки каждая сторона. Так. Засекаем. Теперь второй против. Пекло. Первую партию снимаем, и вот они такие у нас получаются аппетитные. Они пойдут на самое дно, потом там еще напитаются соком, солим, когда уже пожарили. Адыгейская соль, очень хорошая, рекомендую. Красотень. Кто любит кабаки? Я люблю кабаки. В смысле, не увеселительное заведение, а? Так, теперь у нас пошло следующее наполнение. Лук кольцами. Желательно брать молодой лук. Кольца держатся лучше, а старый кольца разваливаются. Чтобы место не пустовало. Так, ставим. Раз. Через 2 минуты следующий. Азербайджанский. Очень вкусный. Вкус из детства. Смазываем маслицем, чтобы он тоже напитался. На гриб надо больше масла, потому что гриб впитывает масло очень сильно. Чем больше он впитает масло, тем будет сочней. Ассорти. Так. Последние штрихи. Yeah.